Добрый день, меня зовут Дана, моего сына зовут Айдус. Хочу поделиться улучшением своего сына дистанционного лечения с доктором Давидом. Айдус стал более точнее понимать речь, около на 50-60%. Говорим мы дома с ним и на русском, и на родном казахском языке. Сначала он выслушает, потом только делает. Давно мы всегда его водили за руки, показывали то, что нужно это отнести, то принести. А сейчас мы говорим, он сам бежит, это все делает. Например, снимает вещи и ложит в комод. Мы просто устно говорим, не показывая. Он сейчас сам, если скажешь, он сам все относит, складывает вещи, убирает. Далее. Летом у нас моему сыну сделали обрезание по нашим традициям и сразу же вылечили зубы, два зуба удалили, вот с одним наркозом. В тот день я позвонила, написала просто Давиду, это было 10 утра по нашему времени, по их времени это было, наверное, около 5-4 утра. Вот, доктор Давид сразу же откликнулся, мне сразу же стало на душе легко, и сын после, как прошел наркоз, да, обрезание все прошло удачно, зубы вылечили, два зуба удалили, после этого, после наркоза он встал, я думала, я так боялась, что он как бы потеряет какие-то навыки или забудет то, что он делал вообще. Но, слава Богу, спасибо огромное Давиду, доктору Давиду, за то, что он нам помог. Сын очень хорошо перенес все, от наркоза быстро отошел, не плакал, не хныкал, все было хорошо. Огромное спасибо доктору Давиду. Далее, какие у нас еще улучшения? Улучшения очень колоссальные, конечно, хоть это мелочь, но для нас это очень такой рывок вперед. Сына я давно, когда я всегда купала его, он никогда не чувствовал, как я его как бы протирала мочалкой, он никогда не плакал, ну просто сидел. А сейчас в последнее время он начал плакать, то, что ему больно, убирает руку. Даже глаза когда щипят, он протирает, берет мой халат и протирает свои глазки. Вот. Далее, пока он у нас не говорит, но иногда слова выскакивают, ну как, вылетают у него. Да, говорит иногда, вот недавно он сказал: выключи, взял у меня, вырвал у меня пульт и сказал: выключи. Вот такие у нас улучшения, кто-то звонит, вот такие у нас улучшения, в хорошую очень сторону. Далее он на улице, он всегда убегал, сейчас он не убегает, ходит рядом, не держась за руки. Дальше в школу. Сейчас мы ходим, пока не тепло, в школу сейчас ходим, в коррекционную школу. Давно это было истерики, это была паника. Пока там 2 часа занятий проходит, он плакал, истерил. Сейчас он с улыбкой уходит в школу, заходит радостным и уходит оттуда очень радостным. Смотрит по сторонам, разглядывает все. Очень ему все интересно. Из стимов осталось у него вот это махание у нас было. Махание сейчас он редко начал делать, эти махания. Ну, когда мультики, когда смотрят, он сжимает пальцы только вот, иногда только машет руками, покусывает немножко ручки, свои пальчики покусывает, не как давно, он раньше до крови кусал, вот, дальше,
Что еще? Он более начал спокойно все выполнять. Даже мы, когда дома с ним сидим, занимаемся, пазлы, вот это все. Он спокойно сидит и все-все сам расставляет, все по местам ставит. Все как будто он это все знает, но без истерик, без ничего. Вот. Вот такие у нас улучшения. Спасибо огромное, благодарю нашего доктора Давида за то, что он есть. Дай Бог ему здоровья и его семье. Спасибо.